Так, 19 августа 2024 год, полная луна, суперлуния, встает полная луна над горизонтом. Вон еще видно колебания по краю луны воздуха, низко над горизонтом еще луна, но не имея возможности дожидаться, пока она в зенит заберется. Будем довольствоваться малым. Суперлуния, луна в перигее, то есть на ближайшем расстоянии. Ну, не дает нам. О, птичка полетела. Скорее летучая мышь. Плотные слои атмосферы не дают нам резкость на везде. При максимальном увеличении. Ну, как я и сказал, дожидаться... О, опять птичка полетела. Дожидаться, пока в зенит войдет луна, я возможности не имею. Ну, и так красиво, нет? Ладушки, 19 августа, о, опять у нас летучая мышь, 19 августа 2024 год, Запорожская область.